русский магазин в Mountain View, недалеко от Костка, и говорят, как со своим самоваром в Тулу, да? А у нас вот с этим самоваром люди в Америку и неплохо, неплохо разливают. Вот. А мы сюда не с самоваром ходим, а с денежкой. А Синдерелла, это вот Трачок, очень известная бейкери в Сан-Франциско. Она делает потрясающие хлеба. Я не помню, делают ли они там... По-моему, они когда-то маковый рулет делали очень хороший. Друзья, перед вами представитель русского бизнеса Америки. Я правильно говорю? Не, неправильно. Так, говорю. Свободный художник. Так. Заодно вот колбасу продает. Ну, что вот русская душа просит наиболее настойчиво в русском магазине? Да даже не знаю, общение, наверное, а потом все остальное. Колбаса второе. Ну хорошо, пообщались. Сначала пообщались, а потом уже колбаса, гречка. Гречка хорошо. Вот сейчас же пост на носу. Пост идет, то есть Пасха на носу. Поэтому народ постится, поэтому гречка у нас на продукт номер один. А что, вот, что за проблема с американской гречкой? Ее просто надо варить по-другому или что? Нет, американская гречка просто натуральная, она не обжаренная. Так. А вот русская гречка, так, она всегда обжаренная. Поэтому, когда ты ее варишь, она не разваривается. Там есть тонкости какие-то. Вот людям, у которых нет зубов, ой, к тому, как к возрасту которых я приближаюсь постепенно, так, вот полезнее, удобнее будет кушать гречку, которая не жареная, американскую. Она будет как каша размазня, почти как манка. Ты знаешь, ты мне напомнил, как дедушка говорит стоматологу, говорит, доктор, сделайте мне новую челюсть. Тот говорит, я же вам в том месяце сделал новую челюсть. Он говорит, да, но она годится только для чтения. Вот-вот-вот, примерно так и есть. Ты знаешь, одно время я помню, когда мы только приехали, наша гречка была из Польши. Вот такая правильная. Сейчас есть гречка из Китая. Вот так даже. Да, это внутренняя Монголия, оттуда приходит. Из Польши сейчас ее нет. Сори, гляну, кто мне звонит. Давай, давай. Так, это мне звонят из России. Я должен поднять трубку. Sorry. Ладно, спасибо. Все. Ну, друзья, судя по ассортименту, чаек тоже есть спрос на разные чаи. Вот у нас в офисе любят из черной смородины. Вот у нас еще есть запас, поэтому сейчас не берем. А вот он, смотри, какой пошел. Иранский, да, или нет? Это еще написано по-ирански. Где делают, я отсюда не вижу издалека. Взяли мы докторской. Не знаю, для чего Анна Леонидовна хочет докторской. Может быть, у нас там врачи какие-то завелись в офисе. Это вот, ну, сами понимаете, я не буду комментировать. В общем, вот такое. Черный хлебушек нужен. Да. У нас пятница, друзья. Скоро шаббат, так что... Что, друзья, наша жизнь без пряника, без сушек и без хлебушка. А, вот этот пахнет тмином, он как вот рижский. Сейчас он называется как классика. Не знаю, откуда он взялся, из какой страны. А это что? Ну, это пока не укусишь-то, как можно сказать. Так мы какой берем? Сейчас будем нюхать. Вот, друзья, селедка под шубой и салат оливье. Русская жизнь, ее не убить. Кого это пришел от Европы Экспресс? Так. Вот. Что там у нас? Ага. А вот, друзья, культурная жизнь. От нее тоже не спрячешься. Слушайте, тут совершенно потрясающие буденовки. Я в американском военторге за буденовку платил $25, я не знаю. Но это, знаете, другого качества совсем. Это, наверное, для баньки. Для баньки. Ну да, те же самые 24, да. Так, надо посмотреть, что тут еще есть из головных уборов. Ну вот веники есть, смотрите. Саш, а веники производства какого? Российского должны. Из Российской Федерации веники. Да. Зверушки всякие. Мне кажется, это Маша. Вот. Слушайте, тут еще есть головные уборы. Ну-ка, минуточку. Да, друзья, значит, тут есть головные уборы. Это что же? Это морячка. А, это женский. Не, ну женский мне, наверное, неудобно. Это мы потом на Анну Леонидовну наденем. Так. Ой! Четвёрка. Странная вещь, она. Ой, не мой размер. Ну вот так вы можете себе представить, как бы я выглядел в таком деле. Ой-ой-ой. Это я цвет припоминаю хорошо. КБшная какая.
маленькие. Это для девочек. Так, ну ладно. Ты смотри, я думал, мы сейчас головными уборами разживемся. Ну вот Ермка, это сказать, термовку. Буденовку. Это у вас уже есть. Есть. Ну это такая чисто банный вариант. Наша более такая heavy duty. Как вообще? Криво. Ну как криво? Но размер ваш. Все, размер наш, туда. Можно еще подвернуть, наверное, там как-то. Да. Вот. В общем, кому в баньку есть. О, вот так надо, слушай. Вот. Надо заставку из этого сделать для наших видео. Так. Да, слушайте. Тут очень прикольно. Даже вот так я могу встать. Вот так с доской и с веником. Мы культурно сейчас обратно в пакетик заложим. Так, сейчас мы поменяемся, друзья, и снимем в этой пилоточке, мы заснимем Анну Леонидовну. Сомневаюсь. Чего сомневаешься? Погоди, давай. Держи. Так, меняемся. Меняем руку. Вот у нас Анна Леонидовна. Я что-то не уверена. Давай, давай. А надо? Надо. Надо. На нас смотрят. Морячка написано. Слушай, да ты прямо как это... подруга Томми. Ты должна быть замужем не за американцем, а за английским моряком. А я легко. Ну и, конечно, друзья, торты и сырки в шоколаде. Вот, это наше все. Мороженые, фрукты. Торты хорошие, кстати, очень, очень приличные. Вот, если вы видите там Le Balcon, это очень приличная бейкери, по-моему, она в Лос-Анджелесе, да, адрес лос-анджелесский. Исключительные торты делают, надо вам сказать. Вы видите, друзья, яйца Америки. Страна с такими яйцами непобедима. Страна с такими яйцами. Так. Хотите сказать что-нибудь на видео? Нет, нет. Нет. Скромные у нас люди. Да. Нас смотрят по всему миру, да. Но они по-русски хорошо говорят. Да. Так, может, второй пакетик? Да. Саша, что у нас из культурной жизни? На стенках сейчас ничего не висит, но, например, сегодня вот будет девочки петь романс, вот музыкальный вечер, например. Девочки местные? Девочки местные. А из вот, приезжих гастролеров? А из приезжих гастролеров. В воскресенье у нас будет выступать опальный депутат Российской Думы. А как фамилия? Пономарев. Это который единственный голосовал против там крымской кампании. Да. Вот он будет выступать в рамках проекта «Свободная Россия». От кого «Свободная Россия»? От кого? От всех, кто мешает России спокойно, хорошо развиваться. То есть она теперь как получается от него свободна, это раз он уехал? Сейчас да, сейчас от него. Как бы свободна, но подразумевается, что дайте людям возможность развивать страну, и все будет хорошо. Я так думаю. Но народ собирается, билеты продаются. Народ приходит, на самом деле, да, больше приходит. Цель не есть продать билеты, то есть он не заработка ищет, как да. бы. А это просто существует две. Когда они спрашивают, для чего люди все эти... горячие. Осторожно, для чего вкусненько. Для чего люди идут на встречу, например, с Пономаревым, или был до этого Гудков, или был там до этого Яшин, то да. в принципе там две вещи. Первое, это электорат, который живет здесь, да. а здесь с каждым годом людей, которые принимают участие в выборах в России, все больше и больше так. граждан России. Это первое. А второе, чтобы информация была не только из по Первому каналу российского телевидения. Да. Но еще и как бы параллельных альтернативных источников. Да, ну вы зовите, это видео сниму, у нас на альтернативном источнике повесим. У них они снимают видео, у них оно есть, все эти видео, есть куда «Свободная повесить. Россия», да, у них есть куда повесить, оттуда можно сделать хит, например, там линк и смотреть. Понял. Все, спасибо. Побежал дальше. Видовна, как вы считаете, прав ли был Саша, когда говорил, что люди приходят пообщаться? Потому что смотри, сколько у нас общения было, прошу. Судя по вам, тогда. Не, ну я вас тоже вовлекал. Вот. Вот. Что-то наш этот иммигрантовоз, вроде я его мыл. Ну, правда, почти неделя прошла. Давайте загружать сюда русского. Послушайте, там есть два, я взял два сырочка творожных. Давайте мы их сейчас по штучке и съедим. Да. Я специально взял сырочки Даду.
осталось их найти. Есть даду, вот, пожалуйста, даду шоколадный. Вот. И у вас тоже есть, правильно? Да. Все, давайте съедим по одному и поедем. Нажимайте кнопку иммигранта ВОЗа, а все в это время ставят нам лайк. Хоть мы и никуда, так сказать, не эмигрируем. Ура, будем сейчас кричать. Ура!